за посылкой. Ссылку положили в этот ящик и прислали сообщение с кодом. Вот это место почты. Теперь не туда идти. Там лежит моя посылка. Надо набрать код. И посылка приедет в лифте. Так. Вот. Приехала. Блин, все. Она закрылась. Что-то фотографировать надо, да? Не, не надо, вам не надо, это я только. Я иду опять за посылкой. Положили в трубу. Вчера была, и сегодня опять положили. И я иду. Потому что я не хочу, чтобы она там лежала на мороз. Там еще должна прийти. Только вчера было опять. Такая елка не очень-то красивая. Там каких-то навешали на нее яблок. Вон. Черт еще вон навешали. Апельсины и яблоки висят. Большие. Ой, блин, рука замерзла уже. Держать камеру. За посылкой иду. Ой, в трубу. Пришло сообщение на это самое, на почту. Фу, в телефон. С кодом. Что вчера, что сегодня. Прислали утром, по-моему, в 7 утра. И написано, что в течение часа, если забрать, то можно выиграть 100 евро. Ой, куда я в 7 утра соберусь за час? Я, конечно, не воспользовалась таким предложением. Иду забирать часа через 5 после того, как получила. Потому что я долго собираюсь. Вот, собралась. Иду, все. Вон та труба, в которой лежит моя посылка. Сейчас я один. Сейчас я подойду. Откроется окошко. И здесь надо набирать код. Сейчас на лифте моя посылка приедет. Забираешь и уходишь. Все. Вот такая труба, круглосуточная. Очень удобно. Вот, Латвия спас.